300 спортсменов, 50 стран, 60 медалей. Нур-Султани феерично завершился 4-й чемпионат мира по карате Киокушинкай. Финальные поединки предварило вступительное слово и красочное шоу, которое порадовало всех болельщиков. Желаю бойцовского духа и успешных выступлений. А зрителям и болельщикам великолепного спортивного зрелища. Пусть победят сильнейшие! Неравнодушными остались и высокие гости, прибывшие на первенство. Они отметили впечатляющий уровень организации и гостеприимство казахстанских коллег. Это был лучший чемпионат мира из всех прошедших. Все было организовано великолепно. Казахстанские бойцы очень сильные и техничные. А дворец единоборств выше всех похвал. Здесь можно проводить абсолютно любые спортивные первенства. Гимн нашей страны прозвучал не раз во время награждения. В копилке отечественных спортсменов 15 медалей. Выступление на родной земле сделало свое дело. С задачей бойцы справились на ура. Свой план, который дали государству, мы выполнили. Общую копилку Казахстана – это 3 золота, 2 серебра и 10 бронзовых медалей. Мы после России идем на втором месте среди 50 стран. Я думаю, это заслуженная победа наших тренеров, нашего руководства и всего. И, конечно, это наше поздравление нашему Казахстану накануне Дня независимости. Сборная Казахстана за всю историю только занимала одно золото. Домашний матч сыграл свою очень важную миссию, роль, что спортсмены наши оправдали все надежды, что дрались до конца. Владимир Артюшин стал чемпионом мира в весовой категории до 85 килограммов среди мужчин. Среди девушек золото получили Алимгуль Сабырхан и Людмила Устюгова. Готовились усиленно на базе вот Нурсултан Назарбаев, тренировались. Подготовка была сложная, как перед любым чемпионатом мира. Напряженные тренировки, диета. Я в восторге, я доволен. Не выложились на все 100, даже, может, больше на себя. Поэтому я считаю, что работа выполнена. Бои были тяжелые, так как в моем весе были, получается, чемпионки мира. Тяжело было настроиться, но мы прошли довольно-таки упорную подготовку, усиленную. С начала года велись тренировки под руководством главных тренеров. Ответственности, конечно, было намного больше, так как турнир проходил у нас дома, и нужно было достойно представить нашу страну. Думаю, у меня это получилось, но наша команда, получается, не вся сборная вошла в призы. Конечно, обидно, но впереди еще очень много турниров, где наши ребята смогут себя показать. Особое внимание зрителей обратили на себя уникальные награды нынешнего чемпионата. Высота кубка за первое место 1,5 метра, а вес почти 10 килограммов. Ленты к медалям тоже с историей. Именно такие были и у победителей Олимпиады 2018 в Пхёнчхане. Четвертый чемпионат мира по карате Киокушинкай прошел под флагом Союза Киокушин World Union. А принимающей стороной стала Ассоциация боевых искусств Казахстана. Несмотря на масштаб мероприятий и свой молодой возраст, организации всего год, поставленные задачи были выполнены, и первый шаг на большом пути сделан. Ассоциации планов очень много. Сейчас мы только сделали выдох, а надо уже готовиться у нас, во-первых, к конгрессу в горе месяца. Следующий год у нас чемпионат мира будет по муай-тай среди студентов, чемпионат Азии опять по муай-тай уже среди элит класса. И у нас очень много стартов.